Здравствуйте, уважаемые зрители! Приветствую всех дорогих подписчиков моего канала. Все, кто попал первый раз и видит меня первый раз. Вы на канале Бажениты, это Омская область, и я его ведущий Влад. Я в поле сейчас нахожусь, закончил свое дело тут с покосом. У меня немного было накошено. В общем, суть, тема разговора такова. Телевизор смотрю мало летом, но тем не менее, во время завтрака, обеда, ужина сижу за столом, включаю телевизор и смотрю, что происходит у нас в стране. И вот некоторые новости меня побуждают снять вот этот вот ролик. Он касается лесных пожаров у нас в России. Я сейчас просто пройду по полю и покажу. И вот я работаю в поле, ну я же живой человек, могу думать, не только думать, но кое-что делать. Я знаю, что наверняка меня смотрят, посмотрят чиновники разных рангов в нашей столице. И может быть примут мое мнение к сведению. Вот что я предлагаю для того, чтобы как можно меньше происходило пожаров. Вот у нас лесное хозяйство, лесничество, весной и осенью периодически проводит по краю леса опашку. А я что предлагаю? Помимо вот этой вот опашки, сейчас вот, если ее зайти, она, конечно, есть, но она вся заросла, ее практически увидеть невозможно. Ну вот она, канава, где она делается, а где не делается. Вот сейчас покажу, опахивание легко сделал. Ну когда делал? По весне делал. Конечно, уже по всей этой борозде. По всей борозде здесь уже все заросло. Уже нужно будет заново опахивать. С этой стороны лес идет, с этой стороны поле. И вот те леса свои, лесхозовские, тут, кстати, сосна растет. Лесхоз опахивает периодически. Как-то у нас лесхоз работает, но этого считаю, что мало. Недостаточно. Лес пошел, и лес опахал. А я что предлагаю? Помимо опашки, обязать местную администрацию отчитываться за, как правильно сказать, чтобы не только опахивали, но и косили. Конечно, на это деньги выделять совсем не обязательно. Достаточно администрации договориться вот с такими, как я, частниками. Либо, может быть, если есть деньги. В общем, смотрим. Вот идет лес. Если опашка идет вдоль леса, то для того, чтобы огонь не распространялся, достаточно того, чтобы обкосить часть вот этого поля. Сейчас покажу поле. Раньше оно принадлежало КФХ, потом, я не знаю, но закрылось. Я одно время косил на этом поле, потом бросил, потому что трава оставляет желать лучшего. Наросло множество кочек, таких, которых здесь я уже косить не могу. Высота сантиметров 30, почти до колена. И вот можно посмотреть наглядно, а сколько времени. Вот кочки я сразу покажу. Вот она кочка, муравейник. Какого размера он? Ну, чтобы его обкосить, за столько времени не возьмет уже только ротерна. А ротерна ломать я не буду. И вот этих вот кочек по всему полю, елки-палки, кошмар. Муравейников заросло. Чтобы понять, когда последний раз косилось это поле, можно посмотреть на те деревья, которые здесь стоят. Вот елочки, кто работник лесхоза, кто сразу же поймет, сколько лет это елочки, когда она... Как она выросла за это время, когда последний раз косилась в поле. Вот она и елочка. Вот это вот. Кто знает, кто работал в лесхозе, не понял, 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 не понял,
спрашиваю лес. На поле я не захожу. Обязательно найдется хозяин. Мое! Я говорю, а что не обрабатываешь? Это мое дело, я хочу, не обрабатываю. Администрации принадлежит. Тоже кому бы они не давали в аренду, они ее никто брать не хочет. Потому что поле заросшее. Я, конечно, здесь косил, а потом давали деляну. И ветки на середине поля бросили. Все они так остались. И, в общем, косить мешают. И вот смотрим. Я лес окашиваю в эту сторону. Вдоль леса. Здесь трава еще нормальная. Туда дальше уходит. И в эту сторону также вот прокашиваю. А здесь вот проходит лесная дорожка. С одного поля на другое можно проезжать. И в эту сторону. Тоже так же. Так же окашиваю поле. Так что вы поняли, о чем речь. Для того, чтобы избежать возникновения пожаров, их нужно профилактировать. Каким образом? Помимо опашки, делать еще скашивание возле леса. Тогда огонь в случае возникновения огня не будет распространяться. Вот даже сами посмотрите. Трава здесь уже расти не будет. Уже август месяц. Но если вырастет, то чуть-чуть. И здесь, если даже вот бросить спичку, то гореть уже не будет. Так что суть моего предложения, надеюсь, ясна. Кто увидит, кому это интересно, кто поддержит или кто скажет, значит, я не прав, напишите, поправьте меня. В этом нет ничего плохого. Я обязательно прочитаю ваши комментарии. А может быть, мои мысли кому-то попадут в ясную голову. И кто-то примет какое-то решение. Ладно, всем до свидания. Подпишитесь на канал, поставьте лайк или дизлайк. Если подписались, то нажмите на колокольчик.